Сорванный капремонт заморозил целый 14-этажный дом. Декабрьские морозы дом встретил без дверей. Дом построен с проходными балконами на каждом этаже. Соответственно, на каждом этаже должны быть установлены по две уличные двери. Но их нет, потому что подрядчики, которые должны были закончить ремонт еще в сентябре, до сих пор эти двери не установили. На данный момент у нас вот сейчас вот такая пока обстановка. Во всех 14 этажах сейчас двери не смонтированы. Контур не зашит, в доме холодно. Двери сняли потому, что шел ремонт и хотят заменить на новые. Но уже давно закончился ремонт, а дверей до сих пор нет. Холодно, зима. Промерзает все. 14 этажей. На каждой черной лестнице, где у нас лоджия, по две двери, значит, получается 26 дверей нет. Вот квартира, она примыкает к этому пространству холодному. Промерзли стены. У них чуть ли не мерзлая температура на кухне там. Ну, 5 может. В большом доме в центре города... Нет, 14-этажный дом, нет дверей. 10-12 градусов минус, а будет еще 20, и что? Изначально сроки были определены с 15.04.23 по 1.07.23. Начало монтажа он был затянут изначально. Отсутствие графиков, какой-то организации работ. Вот все это дело привело к такому состоянию. С чем связано с революцией? Долгие согласования все. Тут жители, у них определенные свои требования. Там, даже с покраской дома очень долго решали вопросы. Видно, еще где-то бригады работают. Вот, и они снимали по месяцу, по неделям, по 10 дней, а то и месяц не работали. Летом прекрасная погода была. Вот, и они, никого нет. И вот дотянули до морозов. Да, это снегопады. Изначально цвет был там, не подошел. Мы потом долго решали такие вопросы. Это тоже время удержало. Фигня, прямо скажу. Это не так. Все уже давно согласовано, они просто не работают. Уже все давно согласовано, все ждут двери. Это обман. К капитальному ремонту нужно готовиться. Готовиться заранее. И в законе это прописано. Указаны сроки, как поступать, что делать. К сожалению, это не было сделано. Проект верстался уже в ходе работ. Жильцы как раз подгоняли этот процесс. Сам факт. Их нет, они должны быть. Это уже безобразие. Кстати, в фонде капремонта заявили, что сроки были сорваны, так как подрядчик подвели поставщики дверей. Будут ли к нему применены какие-то санкции, не уточнили.